Что, конечно, сели сейчас. Ну, она постоянно, да, много. Мы все выходные здесь, поэтому, да, конечно, да, много. Все, дети себя понимаете, тоже много. Такое количество людей. Надо вызвать потом, если заплатите. Соловьёву я сейчас скажу, чтобы заплатила двойную зарплату, как положено. Спасибо. Конечно, мы, конечно, сейчас сядем на прием. Да. Вечером люди помогали, как бы, чтобы тут много места. Ничего не сделаешь. Ты ничего не сделаешь, да, мы все понимаем. Ну, регистратуры у нас уже никого нет, как бы вызывай, сейчас два врача уехали, как бы, поэтому сделаем все возможно, не здесь, как бы, периодически, а не то, проходят люди, как бы, опять скажут, типа, раз, не делаем. Ну, давайте, тоже садитесь. Конечно, конечно. Помогайте и вызывайте, как бы, пусть сейчас основную разводят, а потом осталось, которую вы подходите. Основную, ну, чтобы не сидели по три часа. Тяжело с температурой, с температурой. Да? Здесь и повторные у нас очень много, кто первично обращается.